внимание, двери серии «Стиль». Сегодня их разберем по ребрышкам, замочкам и ригелям. Толщина дверного полотна 65 мм, при желании ее можно увеличить. Толщина металла 2 мм. Утеплитель «Минеральная вата Knauf Insulation». Негорючий, экологически чистый материал равномерно распределен внутри дверного полотна. Ребра жесткости, расположенные внутри полотна с очень небольшим шагом, дополнительно препятствуют оседанию утеплителя. Основная же задача ребер – это, конечно, придание жесткости всей конструкции дверного полотна. В данном случае ребра расположены аж на 70% площади всей поверхности двери. В качестве еще одного укрепления дверного полотна нужно рассказать о металлических листах, приваренных изнутри дополнительно в зонах петель и замковой зоне. Благодаря таким металлическим накладкам даже очень тяжелое полотно застраховано от провисания, а замок дополнительно защищен от возможных механических воздействий. Петли у этих дверей на подшипниках выдерживают 9 масс полотна и 500 000 открываний. Раз, два, три. Встретимся с вами лет через 20. 4, 5, 6. В случае, если петли захотят спилить, у злоумышленников это не получится. На всех моделях установлены противосъемные штыри. За герметичность конструкции, а значит за отсутствие посторонних запахов в квартире и сквозняков, отвечает 2D-образных контуруплотнителя. Для усиления звукоизоляции можно проклеить дверное полотно изнутри изолоном. Один слой этого материала эквивалентен 5 сантиметрам минеральной плиты. Обратим внимание на коробку. Изготавливается она из стального гнутого профиля закрытого типа. При желании коробку можно утеплить. В квартире станет не только значительно теплее, но и существенно улучшится шумоизоляция. Вообще же, применение или неприменение дополнительных опций зависит от индивидуальных особенностей вашего жилья. Вариантов внутренней отделки бесчисленное множество, сотни панелей, 40 цветов, ковка, патина, зеркала, стекло – все возможно. То же касается и внешней отделки. Любые цвета, а вот антивандальное полимерно-порошковое покрытие обязательно. Дверь для вас будет изготовлена на заводе в Йошкар-Оле в самое короткое время. Только в наших фирменных салонах вы получаете гарантию на двери 5 лет. Мы не упустим еще один важный момент – это, конечно, замки. Замков также много, и их можно выбрать. В комплекте к нашей двери комплектации «Стиль» идут два замка 3-го и 4-го класса взломостойкости. Нижний с увальной, верхний цилиндровый. Также двери укомплектованы ночной задвижкой. Вы можете установить замки производства «Аргус». Гарантия на них 7 лет. Все это мы рассказывали о двери серии «Стиль».